Одно, Альфред. Кто верховный магистр ордена? Скажи своим друзьям, Англия очищена. Ты справилась. Ты? Я не хотел быть верховным магистром. Титул стал моим после смерти брата, а он принял его от отца. Те, кто предал Божью любовь и благодать. Я правил ими и презирал их. С помощью Гудвина я собирался уничтожить орден изнутри. Но нашествие данов помешало мне. Одна из этих данов уничтожила орден. Ты норвежка, верно? Какой тонкий слух. Благодарю тебя, Эйвор. Вот, возьми это. Ключ от моего кабинета. Чтобы ты могла понять, как много сделала. Орден практически уничтожен. И я смогу создать нечто новое. Нечто, что заменит его. Всеобщий священный порядок. Во славу Господа и на благо людям. Глава его бедный воин, Христов. Ты спасла Англию. Неважно, намеренно или нет. Позволь же Англии спасти тебя. Англии больше нет. Ты ее последний король и тот... Без королевства. Оглядись. Промысел Божий чудесен. Он повсюду. Он в нас. Те, кто примет Бога, будут процветать. А те, кто отвергнет Его, исчезнут. Останешься в Англии, и когда-нибудь тебе придется подчиниться нам. А, чтоб тебя! Все сгорело. Ну и где он? Мальчишка, куда ты сбежал? Эх. Похоже, придется мне всю ночь стирать белье. Не знаю, свидимся ли мы еще, Эйвор. Бог даст, да. И как два лорда, быть может. Я иду, госпожа. Я здесь. Альфред дал мне ключ от комнаты с записями. Она где-то в Винчестере. Ой-ой-ой, взгляни на них, как комочки сад. Госпожа, простите, я замечтался. Ну ладно, пускай остынут. Попробуем еще раз. Только направьте, я подчинюсь.
течет ближе всего к Уффентону. Где-то здесь, по словам Альфреда, была битва с Убой. Значит, Альфред не враг. Надеюсь, ты встретишь своего брата, старый друг. Где бы он ни был, спи спокойно. Yeah.